Итогом года прогнозируем, что производство тепличных... Российские сенаторы попросили Владимира Путина ввести санкции против Польши за снос советских памятников. Речь может идти об ограничениях в сфере двустороннего сотрудничества, а также в отношении депутатов польского Сейма. Напомню, что польские власти приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предполагают демонтаж 230 монументов Красной Армии. Процедура отличалась особым цинизмом. Поправки утвердили 22 июня, в День памяти и скорби по всем погибшим в годы войны. Спикер нашей Верхней Палаты уже назвала решение Варшавы кощунственным. Валентина Матвиенко отметила, что, несмотря на попытки русофобов переписать историю Второй мировой, у них ничего не выйдет.